Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 11, урок 14. Реши примеры. Посмотрите внимательно на пример. Его мысленно можно разделить на три части. Займемся первой частью первого примера. 80 разделить на 4 получится 20. 60 разделить на 30 получится 2. 20 отнять 2 получится 18. 18 умножим на 5, получится 90. Мы решили первую часть примера. Займемся средней частью нашего примера. 96 разделить на 3, получится 32. К 90 прибавляем 32 и отнимаем 117. Ответ 5. Посмотрим внимательно на второе выражение. Его мысленно можно разделить на три части. Займемся первой частью нашего длинного выражения. 56 разделим на 4, получится 14. Запомним это значение. Займемся средней частью нашего выражения. Для начала выполним действие в скобках. 120 разделить на 6, получится 20. 80 разделить на 20, получится 4. 20 отнять 4, получится 16. 2 умножим на 16, получим 32. Запишем. Займемся третьей частью нашего выражения. 17 умножим на 8, получится 136. Теперь сложим все три части нашего выражения. Ответ 182. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.